Компенсация за доплаты медикам, которые в чрезвычайных обстоятельствах работали над ограничением распространения COVID-19 в Латвии, до сих пор не получила ни одна из муниципальных больниц. Об этом сообщила представитель общества больниц Элина Кибере. Напомним, еще в конце мая министр здравоохранения Илза Винкела заверила, что медицинские учреждения получат компенсации за доплаты медикам в связи с работой во время кризиса COVID-19 и что для этого разработана определенная процедура. В то же время на процесс выплат повлиял тот факт, что в решение вопроса вовлечены несколько министерств. Согласно данным Латвийского общества больниц, на данный момент доплаты медикам за выполненную работу из своих средств смогли выплатить только 53% муниципальных больниц Латвии. Не получено также компенсации из-за приобретения индивидуальных средств защиты. Глава Латвийского общества больниц Евгений Каллис отмечает, что в настоящее время медицинские учреждения самоуправлений стоят перед сложным выбором выплатить работникам обещанные правительством, но до сих пор не компенсированные доплаты из своих средств или же заплатить им после получения денег от государства. Глава Латвийского общества больниц подчеркивает, что невыполненные обещания негативно влияют на мотивацию работников, а впереди, возможно, всех еще ждет одна волна COVID-19.